Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Гуляев Максим. Я начальник отдела градостроительной деятельности ГУ ИЧС, администрация поселения Филимоновская, на территории которой находится умный лагерь. Расскажите, пожалуйста, о взаимодействии с администрацией лагеря, пожарно-спасательными подразделениями и экстренными службами на территории поселения и о взаимодействии в части обеспечения безопасного детского отдыха. Да, существует определенная схема взаимодействия. Все контакты прорабатываются и регулярно обновляются. То есть постоянная взаимосвязь находится между службами, как административными, так и пожарно-спасательными. Также в этой работе задействована полиция, Росгвардия. В том числе в приемке нашего лагеря участвовал даже ФСБ. Угу. Каким образом? Проверялись меры безопасности, то есть со всех всесторонне. Как пожарная безопасность вот сегодня проходила, да, окончательная проверка, так и антитеррористическая безопасность проверялась. Все ли меры соблюдены руководством лагеря для приема детей? По результатам лагерь принят, все нормально, все хорошо. Скажите, а накладывает ли дополнительную ответственность нахождение детского лагеря на администрацию поселения? Конечно. Как известно, наверное, не только мне, в городе Москве не так много детских летних оздоровительных лагерей. И администрация старается помнить об этом каждый день, что на нас смотрит вся Москва. Да. Коллеги, вопросы, пожалуйста.